Геленваген идет. Вот ключевое место. Долго же он возвращался. Круто ж. Да. Чуть не проехал. Ну, шли круто. Так, теперь лебедка. Геленваген лебедится. Шел красиво очень. Да, тут совсем непросто. Что тут скажешь? Куда-то он опять поехал к ручью или что? А у него штурмана просто нет такого, чтобы он понимал. Едет в обратную сторону. Ага, смотри, разворачивается. Непредсказуем, да? На Киев уходит, наверное. Да не, ленты ж здесь, куда он поехал? Вот же ленты. Сдался или что? Сказал, что сегодня колеса, надо почистить теперь резину. Лакировку. Переднюю включи. Не работает. А ну пробуй. О, теперь включено, наверное. Но уже поздно. И не на этой тоже. Попробуй газнуть. Все, 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 ты его проходишь, давай.
чуть не проехал опять. Да, там совсем мягко, там жестче траектория намного. Хотя на вид не раскатанная, но давай, проваливаешься сразу. Там только на болотоходе. Тянет ли беда? Не тянет, да? Нагрелась, может? Пише! Подтяни! Друзья, вот так 37-й триподор выглядит в нормальном оффроуде. Тупо слик. Тут два шноркеля с двух сторон. Там вон тоже такой же. V8. Круто проехались. Не этот, у меня вот этот генератор. Салон чистый. Практически. Так, Wrangler выскочил. Тоже произвольная программа. Сейчас поможет гелику. Так, сейчас помощь будет. Ну тут тоже шины. Шины примерно такие же. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Заскакивает. Отсюда. А свободной нету тут? Что здесь? И тут можете. Трос, блин, поэтому, да, заскочила трос, надо. Стоп. Есть. Забытая мелодия для флейты. Юра, блин, что ж такое? Я даже знаю, какие бы слова сказал бородач. Пищит, как сучка. Да, сейчас подтянем. Ты влево руль подъедь сам, наверное, Юр. Сам подъедь. Себя подтяни сначала, чтобы ровно стать. Гелик. Влево, влево. Давай, давай, давай еще. Ого. Уперся. Лебедка аж прыгает. Ну, на консоли. Ох, тяжело. Да, машина. Так,
еще раз. На одну сторону. Тяни. Не хватает генератора. Гальмівна муфта розвалилась. Вона що-то там ходуном і ходила. Ну, воно що-то пищало. Ну, пищало, бо воно проскальзувало фігу. Вискочило. Ну, шпунка вилетіла. Глядь, я треба спіймати. Ага, лови. Ну, блин, пищало, пищало. Так, у гелика своя лебеда остыла. По чуть-чуть тянется. Это чудом двумя лебедками удалось выехать на более-менее твердую поверхность. Более-менее, да, относительно, конечно, это твердое. Можно на дрифт ехать. Можно, да. Она впаде в руку нам. Да. И тут же сберем, я тебе изберу. Да. Хорошо, ладно. Идем. Так, друзья, пошел серьезный участник. Куда-то не по маршруту, ленты тут. Это отваливает, вот это отжигает. Так, приближается к ключевому месту, и все, штурман выскочил, и сразу Toyota. Вот он по маршруту красиво, правильно. По лентам все. Все как надо. Не, ну это не по траектории. Это не по траектории. Да, да. Вот серьезные ребята. Они не в курсе, что у них то время не отбивают. Не, может, кто-то отбил?